момент удара я только... Да, у тебя все упражнения должны быть четко повторять движение в боксе. Ну, разве, братан? Бомбовый. Спасибо. Днём рождения! Мы прибыли в центральный зал Федерации бокса Санкт-Петербурга, который находится на Владимирском проспекте, во Владимирском пассаже. Мы пришли, чтобы начать тренироваться. Отдохнули неделю, в принципе, достаточно. Сейчас будем тренироваться и готовиться к поединку. Ярик пришел. Сергей, доброе утро. Пару слов для потомков, ну или для пользователей Ютуба. Я еще кофе не выпил. Ух ты, у тебя тут всего. Вот, ребят, посмотрите, как должен выглядеть тренерский, так сказать. Туда глубоко не заходить. Инвентарь. Туда нельзя? Да. Далеко не заходить. Как тебе мои тапки? Вот как раз таки Ярослав Юрьевич, о котором я вам говорил. Вот паренек тренирует в центральном зале Федерации бокса Санкт-Петербурга. Я знал, вот. Что ты много про меня рассказываешь. Я про тебя всегда рассказываю. Мы будем тренироваться. Сейчас у нас идет разминка. Тренировочный, это, тренировочный план. Ноги параллельно. До конца и спину обратно. Разминаем ноги. Теперь боком сюда. Лицом ко мне. Чтобы вы понимали, с Яриком мы начали работать, и он тренировал меня бесплатно. Вообще, копейки не брал. На перспективу. Он знал и верил в меня. И верит. На баланс у нас используем полусферу. Сергей встает свою стоечку. Ты же правша, да? Встаешь свою стоечку. В течение минуты выполняешь бой с тенью. При этом центр тяжести делаешь. Не заваливаешься. Вперед, полная медитация. То есть хорошее упражнение, чтобы не проваливаться, да, во время нанесения. Правильно. Плюс укрепление голеностопа, чтобы не травмироваться, да? Скоростная работа ног. И пойдем качаться. Делаешь переброс ногами и по команде, по хлопку выполняешь мощный спин до первого ствола. Толчковый. Зарядила рука на руке, обязательно переброс на ногах. И отсюда пошел. Пониже, брат, пониже. Это 9. Вот. Все, у нас работа получается контрастная. Да? Первое движение силовое. То, что нужно, да? Хват перпендикулярно. Ложимся над грифом. Легкий прогиб поясницы. Сильно не прогибаемся. Съем. Поставили. Здесь из фазы расслабления. Мощно выжимаем. Здесь сильно не напрягаемся. Просто сопровождаем. Усилия не прикладываем. У нас усилия только здесь. Да? В концентрической фазе, да. Концентрическая фаза.
удар совершаешь, ты же не оттягиваешь жестко на себя. Да. Сразу отсюда. В момент удара я только... Да, у тебя все упражнения должны быть четко повторять движение в боксе. Сделал 5 повторений и не торопясь, и можешь сделать. У тебя получается по бокам мячи, широкая постановка ног, хват на ширине плеч, и ты, получается, падая, отрываешь ладони и мощно отталкиваешься от пола. Не подпрыгиваешь, да? А вот в момент падения отрываешь ладони. Момент падения я просто сгибаю локти. Понял. Можешь приземляться на кулаки. Ага. Вот тебе удобно. И потом у тебя 2 минуты восстановительно ты двигаешься. Ага. Серия баллистических упражнений, да? Баллистика. Броски мяча. Взрывайся. Да? Сергей в своей стойке выполняет правой рукой и на отходе защитные действия. Серию 3 ударов максимально быстро. Да. Первый удар у тебя такой заряжающий, потом взрывная серия с отходом назад. Оттуда своя. Давай. Это как бы работа на взрывную силу, ну, на силу удара, на скорость удара, но при этом как бы имитируется защитные действия на отходе. Допустим, соперник на тебя идет, проваливается, и, соответственно, ты его добиваешь, ты работаешь. Да. Акцентированный, бах, он поплыл, короче, идет на тебя. Повтори лучше, для чего? Раз, ручки так, такой уже, вот так идет, и ты его уже на отходе, либо так, либо так. Получается, боковой по дуге сопровождает, здесь зарядился. Кор у нас как бы участвует не только в защите, да, органов внутренних, печени, стазер, но как бы участвует непосредственно в ударе. То есть, если у тебя сильные ноги, слабый кор, у тебя не получится сильного удара, наоборот. То есть мы встаем в полупозиции, у нас колени согнуты, да, заряжены. Представляем, что здесь у нас палочка стоит, ноги заряжены. На высоте руки держим руки, ладонь в ладонь. И на 3 секунды получается, давливаем и удерживаем 3 секунды. 3, 2, 1, ослабим. И так 5 повторений. Резко, вдали 3 секунды. 3, 2, 1, чисто кором. Это кор работает, да? Не включаю ноги, не включаю. Небольшая амплитуда, главное статическое напряжение в течение 3 секунд. После этого сразу перейдем. Здесь на высоте пояса получается ноги также в позиции. И под шаг вращаемся. Получается и идем максимально быстро. 8 шагов вперед. Сразу переключились, 8 шагов назад. Работаем чисто кором, да? Все, пошел. 3, 2, 1, есть. Таз не вращается. Видел, у меня нога ушла. Пошел. 3, 2, 1, 5, корпус. Вот, вышли. Давай. Вот, 3, 2, 1, есть. Представляешь, что тебя бьют по животу, напрягаешь кор. А в момент, да? Удара? Да, да. В момент вот именно давления. 3, 2, 1, есть. Пошел.
развитых кистей. Берем гирьки там по 4, по 6 килограмм, вес большой, две штуки, выполняем серию с 5 повторений. 5 подъемов, ладно, пускай. 5. Это на кисти, или плечки, да, наверное? Плечо, да, активно тоже. Далее с проворотом 5 раз наклоны, 5 раз. И далее перед собой идет, мы шагаем 20 повторений. Это серия, например. Все ровно стало, грудь вперед, естественно. С моими чувствами. Тем более, при тебе по-любому. Как он пацанов шею заставляет качать. Я ему пишу, зачем вы так убиваете? Объясни, почему это нормально? Ну, если у тебя уже изначально идет какая-то патология, позвонков шейных. Нет, патологии нет. Патологии у кого нет, есть патологии, не делайте. Не рекомендовано. Ну, грыжи, протрузии, да. Я просто думал, что вот это вот не надо делать. Нет, борцовские мосты имеют значение, но небольшой амплитудой. Главное держать угол правильно. Угол правильно? Достаем борцовский мост. Вот я загружаю переднюю часть шеи, да? Далее встречаю на макушку, все, сюда у меня ничего не идет, ничего не растягивается. И возвращаюсь обратно, все. То есть чересчур не надо, да? Не растягивай, не выломай, вот лапываю, не, да? Не надо, да. Далеко а как получается, я шею сейчас напрягу? А ты сейчас попробуешь, видишь? Да, вот сейчас спустился, ну, и все. Работаешь спина ровная, как бы не выходишь, да? Ага. И на сопротивление боковой шеи работаешь, получается. И здесь резко не включается. Ага. Я сопротивляюсь. Да, статическая нагрузка, позвонки не работают. И это дальше. Обратите внимание, мы не сгибали вот так вот диски. Нет. Я просто когда смотрел у него историю, я думал, что они... Вот это делаю движение, вот это вот. А получается, мы на макушку раз, да. А здесь просто напрягли. Да. То есть мы вот так вот не выгибаемся, да? Мы на макушку и вот здесь напрягли передние мышцы. Вот этого, ребят, не надо вот так вот делать, вот это вот. Движение физиологичное, поэтому, то есть естественное, поэтому ничего страшного нет. Ты пошла на макушку, все, не надо дальше. Амплитуда движения 8. Да? Видишь? У нас позвонки никуда не выходят, все отлично, 9. Естественные позиции. Хорошо. 10, еще 5 раз. Короче, первую тренировочку после отдыха.
после боя. Прошла неделя, мы уже поработали. Еще две тренировки, я поеду в Грозный вновь на сборы, спарринги. А те, кто в Питере, сразу хочу порекомендовать вам Ярика. Ярослав Юрьевич тренирует в Федерации бокса Питера в центральном зале на Владимирской. Владимирский проспект? 19. На четвертом этаже во Владимирском пассаже еще принимает гостей. Важно должен сказать, что этот человек, он старый, да? Старый волк. Желаю Сереге побед, только побед. Удачи не желаю, удачи для неудачника. Всему есть последствия, причины и следствия. Сильно, сильно. Синось заучил. Сильно сказал. Семен Карнаев, 60 там... Мастер спорта России. 60 килограмм творил, короче. Наводил шороху. Наводил шороху, пока не ослеп. Ребята, Роман Кармазин идет. Здравствуйте. Роман Кармазин, на всякий случай, это чемпион мира по версии WBO. 10-й был в рейтинге. 10-й... 9-й был Барахович. Друзья, на дворе 3 октября, желтая листва, это мой двор, где я вырос, Шлиссельбург, Маланевский 6, это мой дом. Мы сюда приехали, потому что 3 октября, это мой день рождения. Мама, знаешь, мы... Какая красота! Мы хотим смотри, сказать, что... какая красота! Это твой праздник, ты, это ты родила меня. Ты родила сына. Москва, спасибо. Помнишь песню? Да. Спасибо тебе за то, что у меня сейчас есть возможность выходить и сражаться на ринге. Благодарю. Очень, очень приятно. Я тебя поздравляю с днём рождения и желаю тебе всего-всего самого доброго, чтобы всегда ты по жизни шел легко и добивался своих целей и был все-таки объявлен. Майкл Баффер? Да. На большой арене. Майкл Баффер, чтобы меня объявил. Вот это надо. Ой, как красота какая. А это Гришка подарил. Да? Да. Мы поедем сейчас в ресторанчике посидим немножечко. Все вот близкие, кто есть, вот собрались. Чайку попьем, поедим, закажем чего-нибудь. Пообщаемся. А у вас в тачке есть место? В тачке есть место? В тачке есть место? Сейчас заберем, короче, Мишку от Акишиева в нам. В тачку посадим. Сейчас. Ну, дорогие, братан. Спасибо. Спасибо за сына. Это когда Серегу есть, чтобы у вас хоть один воробей дома был. Чирикал. Благодарю, Миша. Вот такая вот ситуация. А это что за автомобиль? Это мини-копер. На боксе зарабатывают, да, говорят? Скажи немножко о своем напитке. Powerade. Powerade. Очень классный напиток для богатых людей, как бы. Взял рассрочку. 32 рубля. Ежемесячный платеж, как бы, вот такая вот ситуация. Потому ты тренируешься что... сейчас? Да, тренируюсь. Да, я недавно в больницу слег. Почему? Спина опять подвела меня. Ну, я же завязал свою любительскую карьеру из-за того, что повредил спину на бой. Грыжа, у меня многочисленные грыжи. Столько болезней нет, сколько грыжи. А все почему? Когда нам было лет по 19, мы работали на лаунж-пляже. Это такая вечеринка на пляже. Мы были в охране, да. Безопасность. Он поднимал мужиков, которые весили по 120 килограммов. Вот именно, я всегда тренировался. Даже на работе я тренировался и поднимал. Он их мужиков поднимал, и из-за этого грыжа у него возникла. Мы никого не поднимали с грехом, мы били просто. Нет, просто... Они падали. Я хотел разделить миф. Говорят, Red Bull окрыляет. Я тоже окрылял людей, которые падали. А половина конфликтов было из-за них, если честно. Почему? Чересчур вспыльчивые были молодые люди. Мы не били. Как бы вот такая ситуация. Он боролся, а мы били. Поэтому у нас спина нормальная. Ну, борьба намного эффективнее. Не, эффективнее, но сейчас спина болит. Спина болит. Мужики весят много, много. Теперь я бью. Теперь бьешь, да? Ладошкой? Конечно, кулаками зачем бить? А вообще самый лучший драк, который не было. Ты лучше скажи, как ты провел бой на Яркаев вот это. Яркаев батл? Да. Шел период спаррингов. Николай Мартынов, хороший парень, хороший боец нашего дела. Но я сразу понял, что он проиграл. Он, короче, он ММАшник. А как ты понял по истории? Он историю вызвал. А что он сказал? Ну, было грустное у него лицо, без настроения. И он сказал, результат боя вы увидите скоро. Да? Да, я сразу понял, значит, и выиграл.
Ну, мы хорошо поработали, это будет хороший такой бой. И знаешь, мы просто показали шоу. Дескать, разминка была перед боем профессиональной. Можно сказать, это не разминка была, а как я расценивал это как спарринг сейшн. Ну да, минус то, что это было ночью, режим немножко сбился из-за этого. И можно было травмироваться. Поэтому я очень аккуратно это все делал, потому что он весил 90 килограмм. Заодно и продышался. Да, продышался, и знаешь, что был эмоциональный выплеск перед боем. Были люди, были судьи, был рефери. То есть к бою ты подошел уже... Была клетка, был другой. Ко всему бою ты уже был остывший, подготовленный, настроенный, ну, да. Без лишних эмоций. Да, 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 тут все, едем, ребят, дальше. Ну вот вы и встретились. Давайте поздравим. Вот вы и встретились. Ну, что, третий бой-то будет? Четвертый и пятый. Сереженька. Да. Два подарка. Привет. Один без другого. Работать не будет. Давайте ждем рождения вашего сына. Да, здорово. Да, это этот? Я знаю, это баланс. Блин, мне это надо, слышишь, потому что я все. Класс. Спасибо вам. Да, поздравляю. Бомбовый. Спасибо. Вообще прям. Ты сейчас что будешь? Заказ. Мы хотели с товарищем, у которых у нас будет ближний бой, вы хотите свести все у нас. Мы хотели заказать садж, а оказывается, вы уже заказали садж. Ну, да. Вы заказали садж? Он, да, он садж, придет. Садж. Он вы в саду кинуться. Были в садж? Вкинуться. С Андрюхой познакомились два раза в этой жизни. Да. Первый раз мы познакомились при Ладышке, приехали тренировать назад. Малышей. Да, да, приехали, да. Малышей тренировать. Короче, он там без бороды был, реально, вообще как Ваня Шишкин. Помнишь Ваня, да. Шишкин? Он на него был похож. Короче, потом пандемия. Проходит лет, не знаю, ну сколько лет? 5? Ну, допустим, 3-5. Да, больше какой? Нет. Лет 10, наверное, проходит. Да, наверное, 10 лет. И, короче, мы в парке Кудрова, там все лентой перемотано было, помнишь? Ну, и, короче, да, он говорит, привет, я типа, привет. Привет, я. Он говорит, я здесь, да, тренер по боксу, там туда-сюда. Я говорю, а, красава. Вот она, братская любовь. Вот она, братская любовь. Это моя мокрота. Это моя кровь. Все, Максу, да ладно, чё, где же брат? Ну ладно, да, мне вам тату дали? А чё это, Макс? Возьми, братан, пригодится. Ну первый, Макс, ты тост говоришь. Так, господа, что могу сказать? Мы сегодня здесь собрались, так как у нашего брата, у нашего друга, сегодня день рождения. И он сегодня приехал сюда из Москвы спраздновать со всеми нами, родными, этот свой знаменательный день. Не будем говорить, сколько ему сегодня исполнилось. Мы знаем, что этот день принесет ему удачу. И поэтому я пожелаю ему крепкого здоровья, счастья, любви, и успеха в карьере. Это безусловно. Чтобы не было никаких трудностей, а если они были, то они тебе удавались легко. И чтобы тебя объявил? Майкл Бафф. Майкл Бафф. Майкл, вот этот. Ура, ребята! Кто что пьет? Кто кофе? Кто текилочку? Еще два человечка пришли. Маты, как обычно, Ксюша. Я вообще надеялась, что здесь пить никто не будет. Клянусь, я... Сегодня Сергей попросил, чтобы мы напились. Я пилот, да. Мне нужен контент. Я представляю Михаила Атакишиева, мастера спорта России. Сейчас будет поздравление от его великолепных уст. Самое первое, я желаю самое главное здоровье его семье, матушке, родителям и близким. Самое главное здоровье верных и достойных друзей, которые не будут вестись на его спады, падения, будут всегда рядом и на вершине пика его, и на спадении, но чего я ему не желаю. Еще раз поздравляю, всех обнимаю крепко, но самое главное здоровье. Спасибо, Мишаня. Итак, господа, праздник продолжается, и наступила очередь Андрея, тренер по боксу. Пожалуйста, ребята, обращайтесь к Кудрову. Вот здесь он. Всех благ, ребят. Так, Серега, мы с Анастасией, с женой моей, поздравляем тебя с днем рождения сегодня. Крепкого здоровья, Сергею желаем. В комментарии пишите поздравления свои с прошедшим днем рождения, так как видео выйдет немножко позже. Вот это молодец, вот это. Подписывайтесь на канал, колокольчик, лайк. В инстаграм к Мишане, ко мне, ко всем подписывайтесь. В общем, всех благ вам. Серег, с днем рождения, мы тебя очень любим. Лерочка, ты умничка, мама, умничка, семья твоя просто. Итак, господа, сейчас подоспело, конечно же, новое, так сказать, поздравление от нашей сестренки Ксении. Сергун Алисапогон. Как стишка. Ой, Сергун Алисапогон. Да, Сергун Алисапогон. Днем рождения тебя поздравляю. Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы они росли в желаниях, вот, чтобы все легко давалось. Днем рождения!
попробуй. Загадывай все, у тебя все сбудется, я нагадала. Спасибо большое. Ну вот, в принципе, вот так хотела поздравить, особо ничего спасибо, не говорить. Спасибо, Ксю, я люблю. Спасибо, Ксю. А как? Повтори. Серег. Да. Хорошо. Для потомков? Да. Будьте здоровы. Два слова. Теперь ты. Пару слов для потомков, ну или для пользователей YouTube. Вы, ребята, будете здоровы, будете сильные и будете здоровы. Живите богатыми. Молодец. Опа, что это? Да? Вот, молодец. Чувствуешь баланс? Не кричи теперь. А гарбит себе, гарбит. Кричи. Теперь 5 на 5. Сколько будет? 6 на 6. Видишь, мозг занят у тебя другим. Ну, все хорошо получается, все. Вот, все, остается. Дайте мне стакан. Двоечку, двоечку сделай. Стас, стас. Мам, давай, попить, мам. Это видео перед отменой боя. Ну что, впечатление ваше, Сережа? Мне нравится. Сейчас здесь будем запускать салют. Андрюша, быстрей! Ай! Всем спасибо за просмотр. За просмотры. Ждите меня в новой серии Алибери и Джим Керри. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать новые выпуски. А сейчас вам в концовочку музыкальное сопровождение от моей сестры Ксении. Лук, чеснок, горчица, перец. Лук, чеснок, горчица, перец.